и ничего другого. Папа, ты гоняй! Папа рядом, папа рядом, папа рядом, папа рядом. Здравствуйте, уважаемые зрители! Добрый день, дорогие гости! Мы рады вас приветствовать на празднике, посвященном Международному дню Отца. Самому молодому празднику вчера исполнился год. День Отца учрежден указом президента Российской Федерации от 4 октября 2021 года. И теперь наши папы могут принимать поздравления и подарки каждое третье воскресенье октября. Главное в любом празднике – это хорошее настроение людей, которым он посвящен. Его наши артисты постараются обеспечить не только папам, сидящим в зале, но и всем нашим дорогим зрителям. Музыка, песни и танцы в исполнении наших артистов в сопровождении ваших бурных аплодисментов точно создадут нужный тон нашему празднику. И в первую очередь мы от всей души поздравляем пап, сидящих в этом зале, с праздником! Так как праздник День Отца еще очень молодой, традиции праздника еще окончательно не сложились. Для кого-то это семейный праздник, который отмечается в узком кругу близких и друзей. Ну а кто-то отправляется на прогулку по улицам села, либо приходит к нам, чтобы послушать замечательные песни в свой адрес. Для всех пап, которые пришли сегодня к нам, звучит музыкальный подарок в исполнении Сергея Шемякина. Аплодисменты! Здравствуйте, дорогие друзья! За то, что всегда меня понимал. И все со мной! Спасибо, отец, спасибо,
понимал. Спасибо! Отец. Красивое и гордое слово. Для маленького ребенка папа – это первый и надежный друг. Он большой, сильный, а значит, рядом с ним ничего не страшно. А сколько интересного можно увидеть с высоты его плеч. Да, наши папы – самые-самые. Папы дорогие, сегодня все песни только для вас. Сегодня все ласковые слова – вам. Сегодня все сюрпризы – только вам. Сегодня вы самые дорогие гости на нашем празднике. Примите подарок от сотрудников Целинной библиотеки. Внимание на экран. Кружка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо? И что такое плохо? У меня секретов нет. Слушайте, детишки, папа этого ответ помещаю в книжке. Если ветер крыши рвет, если град загрохал, каждый знает, это вот для прогулок плохо. Дождь покапал и прошел, солнце в целом свете. Это очень хорошо и большим, и детям. Если сын чернее ночи, грязь лежит на рожице, ясно, это плохо очень для ребячьей кожицы. Если мальчик любит мыло и зубной порошок, этот мальчик очень милый, поступает хорошо. Если бьет дрянной драчун слабого мальчишку, я такого не хочу даже вставить в книжку. Этот вот кричит, не трожь тех, кто меньше ростом. Этот мальчик так хорош, загляденье просто. Если ты порвал подряд книжицу и мячик, все ребята говорят, плоховатый мальчик. Если мальчик любит труд, тычет в книжку пальчик, про такого пишут тут, он хороший мальчик. От вороны карапуз убежал за охов. Мальчик этот просто трус, это очень плохо. Этот хоть и сам свершок, спорит с грозной птицей. Храбрый мальчик, хорошо, в жизни пригодится. Этот в грязь полез и рад, что грязна рубаха. Про такого говорят, он плохой, неряха. Этот чистит валенки, моет сам калоши. Он хотя и маленький, но вполне хороший. Помни это каждый сын, знай любой ребенок. Вырастет из сына свин, если сын свиненок. Мальчик радостный пошел и решила кроха. Буду делать хорошо. И не буду плохо. Сколько песен мы с вами вместе спели маме своей родной. А про папу за этой песни не было ни одной. Папа может все, что угодно. Плавать красным с Курибасом для воды. Спасибо огромное сотрудникам нашей библиотеки за такое замечательное поздравление. А мы продолжаем. Мужчину из молодого человека делает и армия, и возраст. Но переломным моментом для большинства мужчин становится рождение детей. Папа не меньше чувствует и понимает ребенка. Не меньше его любит и не меньше жалеет, чем мама. Если бы мы провели опрос, то, конечно, бы многие папы назвали самым счастливым днем это день рождения его ребенка.
Давайте все вместе вспомним, какими были наши дети несколько лет тому назад. А кому-то и вспоминать не придется, ведь они до сих пор папочки малышей и малышек. Предлагаю встретить на сцене наших самых юных артистов. Итак, на сцене воспитанники детского сада «Березка» под руководством Ольги Новгородовой. Встречайте! Глубокое, любящее чувство к своей семье, к своему роду, которое идет рука об руку с задачами и обязательствами. Отец берет на себя ответственность за детей, разделяет с супругой радость или печаль. Он оберегает интересы семьи, он ее защитник во всех смыслах. Не будем забывать, что в России наши отцы и деды – это главные защитники Родины, ее рубежей. В годы суровых испытаний папы меняли свои семейные обязанности на долг перед Отечеством и шли на битву с врагом. Наш край славен доблестными воинами. Еще свежи в памяти геройские походы наших земляков в годы Великой Отечественной войны. Родина высоко оценила доблесть наших земляков. Все воинские заслуги отмечены медалями и орденами. Нынешнее поколение продолжили ратные дела своих предков. Среди наших земляков есть те, кто прошли огненными дорогами Афганистана и других горячих точках планеты. Есть и те, кто добровольно или по мобилизации защищает русский мир сейчас.
Почет и слава таким мужчинам, среди которых замечательные отцы, примерные семьянины. Мы все им желаем выполнить свой воинский долг и вернуться домой с победой. В их честь сегодня звучит песня в исполнении Светланы Каримулиной. Когда это было в детстве, а может во сне, айс на крыше гнездо для любимой свил по весне. Чудился мне он и в странствиях дальних символа белой любви. Люни, прошу, не спугни, не случайно айс забыл. Люди, прошу я, потише, потише. Девчонка под крышей счастья так ждет. Люди в Нью-Йорке, в Берлине, в Париже, ведь и друг другу и мне. Айс на крыше счастья, под крышей мир на земле. Люди, прошу я, потише, потише. Войны пусть гинут во мгле. Айс на крыше. Человек – это, конечно же, мама. Но только при условии, что есть папа, который поймет и поможет в трудной ситуации. Только при поддержке обоих родителей одновременно ребенок вырастает гармонично развитым человеком и понесет в мир идеалы семейного счастья. Для вас, дорогие родители, мамы и папы, звучит следующая песня. Встречайте, Сергей Лайков. Посидел мой отец, постарела и мама. Да я не юнец, и опять телеграмма. Приезжай, сын и брата, ты с собой возьми. Приболел снова папа, по двору помоги. И родной
лесною тропинкой с братом едем домой, где нас ждут мама с папой, старый дом за рекой, где росли, где знали, где сердечный покой, постарели родители, и я и замуж седой. Мама встретит, обнимет, лай пес дворовой. Батя дремлет в кровати, здравствуй, дом наш родной. Только голос услышишь, и проснется отец. Постарел очень сильно, да я не юнец. И родною тропинкой с братом едем домой, где нас ждут мама с папой, старый дом за рекой, где росли, где знали, где сердечный покой, постарели родители, я и сам седой. Вместе сидим. Помнишь, мам, будто в детстве жизнь прошла днем одним. Уезжать сердце вырвет и родные глаза. Мама, папа седые, как сидеют года. И родною тропинкой с братом едем домой, где нас ждут мама с папой, старый дом за рекой, где росли, где знали, где сердечный покой, постарели родители, я и замуж седой. Отец – глава семьи, пример для всех. Бывает строгим он и очень милым. Мы пожелаем счастья без помех и послушания детей любимых. Дорогие папы, в этот праздничный день мы желаем вам счастья, любви, благополучия вам и вашим семьям. Песню «Две души» вам дарит Евгения Нигаматуллина. Сейчас.
Я помню, это где-то не было. Приросшие поля. Все очень просто, может, сердце хочет от них согреться. А мы бурными аплодисментами встречаем на сцене Анну Коршунову. Настоящего счастья и самой большой любви. А День Отца – это хороший повод еще раз напомнить нашим мужьям о том, что мы их очень сильно любим. Это действительно так. Нашу концертную программу продолжает Ирина Нагаева. Встречайте! А зачем мне выше или ниже? Он самый родной, он всегда везде со мной. Никого на свете нету ближе. И мне всегда так хорошо с любимым мужем. Как солнце, воздух и вода любимый нужен. Как солнце, воздух и вода. Тащит в гору наш семейный воз. Мой нежный
счастье мне принес. И мне всегда так хорошо с любимым мужем, как солнце, воздух и вода любимый нужен. Как солнце, воздух и вода. Мой муж, муженек, никогда не одинок, я при нем как солнечный день. Он дарит цветы, говорит мне радости и целует щечку каждый день. И мне всегда так хорошо с любимым мужем, как солнце, воздух и вода любимый нужен. Как солнце, воздух и вода. Я могу всегда его понять. Мой милый супруг, не хватает просто рук, чтоб тебя как следует обнять. И мне всегда так хорошо с любимым мужем, как солнце, воздух и вода любимый нужен. Как солнце, воздух и вода. И мне всегда так хорошо с любимым мужем, как солнце, воздух и вода любимый нужен. Как солнце, воздух и вода. Да, да, да. Как солнце, воздух и вода. И вода. На сцене Галина Плюхина. Встречаем! Прошу ни с кем, и равнодушие не прячь в улыбку. Любовь, наверное, хочет перемен. Давай исправим мы свою ошибку. Не задувай мою свечу. На волю не хочу, сердцу не дай остыть, уже огонь не погасить. Просто зайди, просто скажи, что любишь. Сердцу не дай остыть, уже огонь не погасить. Просто зайди, просто скажи, что любишь. Что любишь, что дышать твоим и сердцу запрети рыдать не в силах. Устало тяжело любить твоим. Ты просто ждешь, что я уйду красиво. Не задувай мою свечу. Я не хочу.
хочу на волю, не хочу. Сердцу не дай остыть, душе огонь не погасить. Просто зайди, просто скажи, что любишь. Сердцу не дай остыть, душе огонь не погасить. Просто зайди, просто скажи, что любишь, что любишь, что любишь. Аплодисменты, друзья, Валерий Канунников!
дорогие наши, любимые наши папы. Вы – это пример мужественности и справедливости. Папа – это поддержка и опора. Лучшей наградой и высокой оценкой в этот чудесный праздник была и остается, конечно же, благодарность детей. А мы вам желаем крепкого здоровья и счастья. Творите добро, и пусть все, что хочется вашим сердцам, непременно исполняется. Для вас поет Сергей Шемякин. Дороженьки снегом запорошила, и скатели саночки с горочки скользя. Ах, как сердцу хочется чего-нибудь хорошего, и душа по праздничку истомилась. Ах, как сердцу хочется чего-нибудь хорошего, и душа по праздничку да истомилась. Где-то за туманами затерялось прошлое, золотые молодые годики нам вернуть нельзя. Чего-нибудь хорошего, и душа по праздничку истомилась. Ах, как сердцу хочется чего-нибудь хорошего, и душа по праздничку да истомилась. Гармошечку на плечо наброшу я, и пройдусь по кнопочкам пальцами скользя. Ах, как сердцу хочется чего-нибудь хорошего, и душа по праздничку истомилась. Чего-нибудь хорошего, и душа по праздничку да истомилась. Дороженьки снегом запорошила, и скатились саночки с горочки скользя. Ах, как сердцу хочется чего-нибудь хорошего, и душа по праздничку истомилась вся. Как сердцу хочется чего-нибудь хорошего, и душа по праздничку истомилась. Спасибо! А мы вновь встречаем Ирину Нагаеву. Сидят мальчишки на заборе, и на меня наводят
горе. И больно я сейчас ловлю. Мальчишкам надо дело драться, и по ночам девчонки снятся. Но не для них сегодня танцы, но это песня для них, и сейчас я ее дарю. Это звание, которое не каждому удается заслужить. Папа – это пример, это тот, кто защитит, поможет, вытрет слезы, воодушевит и отправит покорять мир. Отец – это тот, кто научит нас быть сильным, верить в лучшее, видеть в людях хорошее и развивать лучшее в себе же. И, конечно, наши папы самые сильные, смелые и талантливые. Они могут все – и петь, и танцевать, и на коне с шашкой проехать, и даже песню сыграть на гитаре. И вы в этом сейчас убедитесь. На сцене один из талантливых пап с верной подругой – гитарой. Расул Галимов. Встречаем! Добрый вечер! Нам с сестренкой каюк, наша мама на юг улетела недавно. Это ж всякий поймет, жизнь без мамы не мед, а с отцом и подавно. Дома тарам-тарарам, папа нас по утрам кормит жженою кашей. Он в делах, как в дыму, и ему потому не до шалостей наших. А пошалить хочется очень, мы ведь не так много и хочем, каждый отец, и даже отчим это поймет. Вот вчера, например, я такое имел, полетать захотелось. И была не была, два бумажных крыла мы приделали к телу. И пошли на балкон, пусть на нас и закон поглядят домочадцы. Как с балкона мы, ах, полетим на крылах, чтоб по воздуху мчаться. Плыли бы внизу реки, поля бы, и у всех пап попадали шляпы. Вот красота, только бы папа не увидал. Я почти улетал, но отец видал, представляете, жалость. Он расширил глаза и схватил меня за то, что ближе лежало. Папы страшен оскал, я от папы скакал, как лошадка в галопе. И как в скачке коня, папа шлепал меня по горцующей попе. У всех отцов богатый опыт по мастерству шлепанья попы, вот подрасту и буду шлепать попы я сам. Мы отца не виним, мы помиримся с ним, позабудем о ссорах. Есть такой порошок, с ним взлетать хорошо, называется порох. Нам достать порошка, пол посыпать слегка, кинуть спичечку на пол.
как взлетать я хотел, коли сам не взлетел, так взлетим вместе с папой. Плыли внизу реки, поля бы и у всех пап, попадали шляпы, вот красота, только бы папа не увидал. Спасибо. Для вас поет Анна Коршунова. Папы, с этим замечательным праздником, и желаем каждому из вас крепкого здоровья, сил,
покорения новых высот, а также успехов во всех делах. Берегите себя, своих детей, свои семьи, и пусть в вашем доме всегда будет хорошая погода. За то, что, отложив дела, вы нашли время и пришли сегодня к нам на праздник. Помните, вы – опора и защита своей семьи. И маме, и детям постоянно нужна ваша любовь, поддержка и защита. Все участники нашего концерта желают вам достижения близких и далеких целей. Здоровья вам, счастья и мирного неба! До новых встреч!